всього з 2014 року за рахунок державного та місцевого бюджету місто забезпечило житлом 58 осіб, що стали дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внеочередной исполком собирали по тому, что вышла постанова номер 615 26 мая этого года, и в которой обозначено, что нам необходимо в срок с дня ее вступления в силу месяц надо подать протокол, который утвержден решением исполкома, и списки в региональную комиссию для того, чтобы мог решаться вопрос о выделении субвенции городу Одессе. Эта субвенция выделяется для покупки, для того, чтобы дети, сироты, лишенные родительского попечения и особые из их числа могли приобрести, то есть получить денежную компенсацию, приобрести квартиру. И таким образом, вот уже пятый год мы работаем с этими постановами, они ежегодно выходят. В прошлом году на Одесскую область было выделено порядка 60 миллионов, а городу Одессе было выделено миллион. Выделяются эти деньги, тоже говорилось об этом на исполкоме, что поменялся порядок выдачи субвенции. И в прошлом году начали, и в этом году будет точно так же, по очередности общей региональной с дня постановки на учет. Мы не знаем, сколько до наших детей стоит и наших лиц, ну, будем видеть. А вот говорили по поводу того, что очередь там с 2012 года, да. Это верно? Там, да. То есть те люди, которые стояли в 2013, они сейчас, возможно, смогут приобрести возможно, себе да, мы надеемся, что да. А городская программа действует? Действует. И что действует у нас в рамках программы запланировано, расскажите? В рамках программы у нас запланировано, вот сейчас было озвучено недавно управлением капитального строительства, покупка 3 квартир пока. А сколько выделено будет денег субвенции, мы пока не знаем. Какие это квартиры? Это однокомнатные квартиры? Это однокомнатные квартиры, они должны быть уже в сданном доме с ремонтом. Иногда, но это мы по программе объединяли семейные группы и давали, допустим, город выдавал 2-3-комнатные квартиры, если там двое, братья, сестры. Я хотел все-таки уточнить, я не услышал эту цифру, может быть, вы знаете, не знаете, вот именно субвенция на этот год, которая выделяется, там цифра понятна или будет решаться? Еще только мы сейчас, вот почему был собран неочередной исполком, для того, чтобы мы до 18 июля подали наш протокол нашей комиссии городской в региональную со списками. Когда подадут все региональные службы наши, тогда будет, у них есть 10 дней у областных структур на то, чтобы все это узагальнить и начать работать со списками и понимать, кому в этом году будет выделена денежная компенсация. А порядок субвенций на Одесскую область? Порядка 50 миллионов в этом году. У нас есть общий список всех детей и всех лиц из числа детей, лишенных родительского попечения, детей-сирот. Их на сегодняшний день выверено 296. Если там есть дети, которые стоят очень давно, а там ничего не делалось, там ничего не давалось. Ну, вы понимаете, что да, в селах там ничего не строится и ничего не рождается. Эта субвенция, которая вот работает уже пятый год, она действительно дала возможность тем детям купить себе жилье. Причем они не замкнуты в своем районе. Они, получив эту денежную компенсацию, могут покупать квартиру, где им хочется.